Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Александр, и я расскажу вам сегодня о коляске, которая идеально подходит для путешествия, для торговых центров, да для теплого времени года, для наших прекрасных южных регионов, где тепло и практически не бывает снега. Это колясочка от компании Элоди, моделька называется у нас Мондо. Это колясочка, которая весит 6,7 килограмма, она достаточно легкая, не самая легкая, но одна из самых легких. Кстати, с 3 месяцев до 4-5 лет 22 килограмма выдерживает коляска. Максимальная ширина колесной базы здесь 50 сантиметров. То бишь вы везде спокойно проскочите, проедете. И, кстати, регулировочка наклона спинки от 120 градусов до 165. До 165 градусов можно наклонить. Как раз сейчас она наклонена. Вот, вы можете видеть ее максимальный уровень наклона. Кстати, в комплект бампер не входит, это отдельный аксессуар, который продается отдельно. Я бы рекомендовал его докупить, чтобы полноценно ребенок мог держаться. Но опять же, это не всем надо, но такая опция во всяком случае есть. Так, ладно, давайте начнем с вами ее изучать сверху вниз. Ручка у нас здесь не регулируется по высоте, обита она эко-кожей. Эко-кожа здесь такая очень-очень... такая, скажем, твердая, и бывает так вот мягкая, такая немножечко, как сказать, типа софт-тача что-то, да? Здесь же нет, здесь такая конкретно кандовая эко-кожа, которая, я уверен, что очень долго прослужит. Хват достаточно удобный, ручка толстая, прострочка тоже ровная. В общем, к ручке претензий нет, только вот кому-то может показаться грубоватая эко-кожа. Но на самом деле это все мои придирки. Нормальная человеческая здесь ручка. Просто есть чем сравнить, как говорится. Вот. Задняя стеночка у нас здесь вот такая вот. Она у нас с возможностью откинуть. Здесь нет у нас москитной сетки. Имейте это в виду. Тут у нас есть такой маленький-маленький кармашек. Симпатичный, дизайнерский, с магнитиком. Что-нибудь туда, ну вы найдете, что туда положить, что-нибудь да можно. Он небольшой, но во всяком случае он есть. Так, смотрите, что касается козырька. Среди себе подобных колясок, там бэби-джоггеры, да кто угодно, у них у многих хорошие козырьки, но вот чтобы вот такой конструкции коляски был такой большой козырек, на самом деле это редкость. И здесь я это выделю как такой огромный жирный плюс этой колясочки, потому что козырек здесь как в больших всесезонных колясках. Он действительно большой, закрывает хорошо, в общем, офигенно. Эта секция, естественно, уже с открытой секцией. Вот так, например, без этой секции, как все, а вот так, как уже полноценные большие коляски. В общем, козырьку я здесь отдаю вообще все 100 баллов. Что касается материалов, кстати, мне очень сильно понравились здесь материалы. Материал такой достаточно толстый, они, по ощущениям он очень износостойкий. Тактильно он приятный. Вот послушайте, это такой, знаете, как... это не джинса, такой более-менее что-то скользкое. Вот, что-то... я даже не знаю, с чем это сравнить. Знаете, такие спецовки есть, которые износостойкие очень. В общем, материал здесь отличный. Он 100% водонепроницаемый, потому что я много таких материалов видел. Он очень долго живет, скажем так, держит такой товарный вид. Не стареет, не затирается. В общем, материал у меня вообще никаких вопросов нет. Вот, что касается сидения, давайте я вам подниму спиночку. Спинка здесь, кстати, регулируется тросиками. Просто берем, натягиваем. Вот, спинка, вы видите, она высокая, она жесткая. Это не натянутый материал. Хорошая, жесткая, твердая спинка. Пятиточные ремни. Мягкие накладки на плечевой зоне есть, а на паховой нет. Но здесь широкий ремень. В принципе, это, знаете, компенсирует в какой-то степени. Ну и регулируемая, соответственно, подножка. Есть ступенька, чтобы ребенок у нас мог спокойно залазить самостоятельно на колясочку тоже. Так, давайте теперь с вами посмотрим на шасси. Шасси здесь бывает не только вот в таком цвете, она бывает еще и других цветов. Я вам ссылку на эту коляску на First Buggy добавлю в описании. Пройдите, посмотрите. И цвета есть прикольные, и рама другого цвета. Поэтому в плане дизайнерских решений здесь тоже все очень здорово.
Колеса здесь, естественно, полиуретановые, блокируются спереди колеса. Сборка мне тоже, в принципе, понравилась. Вообще никаких претензий к качеству сборки нет. Вообще, в принципе, мне коляска зашла. Так, смотрите, еще здесь такая сильная сторона. Здесь нормальный, полноценный взрослый багажник. Он большой, с хорошим доступом. В общем, я не знаю. Она такой, может служить хорошим повседневом в теплых регионах, вообще без проблем. Тормоз здесь, вот смотрите, нужно ковырнуть обратной стороной обуви. И педалька достаточно такая тугая, поэтому в хороших дорогих туфельках я бы не рекомендовал вам это делать. Так, теперь давайте посмотрим на ее сильную сторону. Она же все-таки для путешествий, для самолетов, для багажников. Багажника кабриолета хорошо подходит. Поэтому она должна быть маленькая в сложенном виде. Чтобы ее сложить здесь на ручке, есть кнопка. Отгибаем, и она начинает сама себя дальше складывать. Все, вот таким процессом это все идет. Все зафиксировалось. И что мы имеем? Вот такую вот компактную конструкцию. В комплекте, кстати, есть у нее сумка транспортировочная, в которую вы это все упаковали, и можно будет ее там, полочку там или в багажнике куда-то убирать. Как по мне, хорошо. Убираем фиксатор и открываем. Вот. Собственно, давайте подытожим, скажу вам свое мнение. Кстати, если обзор понравился, ставьте свой лайк, подпишитесь на канал. Вам не трудно, мне приятно. И давайте мое мнение. Как по мне, это достаточно серьезный игрок появился в мире колясок для путешествий, для теплого времени года, потому что она нам предлагает, единственное, бампер нужно докупить. Ну, сейчас вот многие производители идут путем там еще по чуть-чуть бы да заработать с клиента. Ну, так все устроено. В целом складывается компактно, качественно сделано, хороший, нормальный, полноценный багажник. Офигенная ткань. Мне очень нравится ткань, потому что такие ткани очень долго живут, не трепаются, в общем, все нормально. Жирнющий козырек. Вот такого козырька на самом деле вы почти нигде не найдете. Козырек действительно большой. Вот. Ручка единственная не регулируется по высоте. Ну, в принципе, она в большинстве подобного рода колясок не регулируется. Поэтому имейте в виду. По качеству изготовления, повторюсь, здесь все очень хорошо. Поэтому, если ищете колясочку для путешествий, не проходите мимо этой колясочки, обязательно на нее посмотрите. Можете, например, заказать в первой коляске доставку, например, с каким-нибудь ее прямым конкурентом. Привезут вам домой две, вы посмотрите и какую-то одну выберете. То бишь вы уже на месте дома определяетесь. Если у вас нет возможности в наши магазины приехать, у нас 11 магазинов по России, я думаю, скорее всего, в вашем городе есть первая коляска. Поэтому приезжайте, смотрите, щупайте, можете убедиться в словах, которые я в обзоре сказал, что она действительно классная колясочка. Вот. Ну, а я заканчиваю. В принципе, хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. И хорошо вам отдохнуть этим летом. До свидания.